если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Всем привет, мои дорогие друзья. Мы с вами Мы продолжаем с вами проходить метро Last Light. В предыдущей части мы пробрались через Венецию и почти поймали Павла, но, к сожалению, он бежал. В этот же раз мы отправляемся куда-то на болото и, видимо, доберемся до той самой церквушки из первой части, в которой был аванпост ордена. Давайте посмотрим, как оно теперь все это выглядит весной. Ну или летом, я не знаю, не уверен. Нам бы противогаз, я думаю, надо одеть, не? Или он сразу одел его? А, во. Вот теперь одел. Это хорошо. Может, ты тоже оденешь, нет? Во, молодец. Вот оно, болото. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. Ну, хорошо. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Хорошо. Ну все, с Богом. Удачи, Артем. Спасибо, и тебе удачи там. Ладно, давайте прикроем. Да, давай, Артемка, прикрывай крышку. Так, давайте-ка зарядим. Все на максимум. Здесь у нас тоже вроде бы все в порядке. Москва. А там солнышко светит. О, вот там демон. Так, давайте-ка возьмем лучше дробовик. Это что-то с прицелом ночного видения не очень хорошо все-таки на поверхности. В это время суток. Ладно, давайте осматриваться, куда нам тут. Эх, болото. О, ползет. Не, спасибо. Не-не-не-не-не, иди отсюда. Я с тобой не хочу дружить. Мне такие друзья не нужны. Там только кто-то появился, то ли еще что-то. О, креветка мертвая. О, погодите, это ж мина. Конечно, прикольно найти мину, но тем не менее, она, по-моему, нам не очень полезна все же. Ладно. Пойдемте дальше. У нас, кстати говоря, фильтров, насколько помню, где-то на полчаса аж. Поэтому, я думаю, мы сможем здесь спокойно побродить. Схрон, что ли, какой? Или что здесь? Я помню эти щупальца. Помню. В библиотеке эти щупальца были. Не самые приятные вещи. Я надеюсь, правильно, что стреляют туда. Им. Давай. Перезаряжайся. О. О. Блин, здоровый ты какие, а. Так, не бей меня. Щупальце треклятое. Так. Куда я, собственно, иду-то? Не попало. О, еще один. Шикарненько. Великолепненько. А вот это, похоже, заправка. Надо бы здесь где-то ух ты, какие. Ребятки. Ух ты, сколько пауканов-то. Ладно, арахнофобии я не старая. Не страдаю. Что-то я заговариваю сегодня прям. Не по-детски. Так. Ну, я так понимаю, что это как раз бензобак. Как из него взять бензин? Это вопрос. Ладно, давайте осматриваться. Где-то как-то ведь. Точнее, во что-то. Ой, блин.
шумит-то все это? Неприятно. Так, сюда, наверное. Где-то должен... Ну, мы, по крайней мере, нашли заметку. Во-во-во-во-во. 20 литров. Ладно, пойдет. А, вот это... О, вот это, кажется, полное. Нет? Нет. А, она тяжелая слишком. А, типа, ничего нет. Блин, ну, мужик, он там же бензовоз есть. Или ты думаешь, там нет ничего? А, ну ладно, давайте почитаем заметочку. Мне кажется, что я попал в водоворот. Вокруг начинают закручиваться странные события, которые я до конца не понимаю. Меня затягивает в них, тащит на дно. Куда бы ни попал, все говорят о войне. Они готовятся к ней, другие от нее бегут. Но все в нее верят. Мельник, фюрер, Москвин. Люди на театральной, беженцы с красной линией. Сырой, ржавый воздух метро пахнет кровью и обреченностью. Это не моя война. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить ее? Артемка, можно. Нужно спасти того черного. Ой, ёшкин. Бревно, ты меня пугаешь. Не делай так больше. Там самолет. Сейчас мы к нему и отправимся, пожалуй. О, погодите, тут что-то еще мина. Шикарно. Так, как бы туда пробраться к тебе? Ух, сколько у вас тут ребяток, а? Вон хоть мелкие. Так, ребят, давайте, я вас не трогаю, а вы не трогаете меня, ладно? Ох, ёшкин. Там что-то большое, по-моему, проснулось. Да? Нет? Вроде нет. Так, давайте-ка зарядим. Ух ты, а это что за мокрицы такие еще? Ладно, не будем их трогать, они ужасные. Хотя могут закусать ведь, если их много будет. Так, патроны, может, где есть? Это, видимо, военный, что ли, самолет был? Не знаю. Так, вот здесь, кажется, может быть бензин. Было бы, конечно, хорошо, на самом деле. Ну-ка. Так, я слышал звуки стрельбы, кстати говоря. Может, здесь есть? О! Сюда! Ух ты, ёшкин! Пистолет! Ах ты! Тварина! Здоровая какая! Блин, что делать-то? Надо, по идее, как-то выбираться отсюда. Куда вот только? Ладно. Привет! Вот так тебе в брюхо! Да, здоровые твари, ничего не скажешь. Ладно, давайте посмотрим, куда нам дальше. Кажется, он туда. Надеюсь, эта тварь за нами не пойдет сейчас. Не очень бы хотелось с ней воевать. О, демон. Какой ты красивый стал. Тихо. Так, ты только попробуй ко мне подойди. Ясно. Так, ты ж грёбаная крылатая скотина. Нет, Артёмка. Выплывай давай. Давай, Артём. Фух, блин, не. Всё, бежим. Бежим нафиг от этого гада. Кто ж его знает, что он еще тут наделает? Вон еще ползет. Так, перезаряжайся, Артем. Вот так. Ну лежать. Летает где-то. Так, скоро надо менять фильтр будет. Блин, черт побери, я не пойму, куда идти-то. Ладно. Блин. Ох, ёшкин! Сколько вас? Блин.
Давай, давай, перезаряжайся. Давай. Так, вроде отбились. Так. Вот, да-да-да-да-да, вот так вот. Блин, нет, я определенно слышу, как кто-то отстреливается. Серьезно. Это явно слышно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так, ладно. Сейчас найдем, куда идти. В любом случае. Пошли вон, каннибалы. Так, сюда, да? Ладно, здесь брод есть, это хорошо. Вот теперь можно и туда. Так, давайте-ка перезарядимся по полной. Там этот гад летает. Так. Меняем канистру. Призываем. Точнее, вызываем. Нашу дрезину. Ой, ну, что-то я неправильно сказал, не дрезина. Еще светло пока. Так, 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 так. Пошел вон. Так, а куда это вы вдруг побежали-то, а? Пошла вон. Давай, иди отсюда. Ох, ёшкин! Да черт бы тебя подрал, ты крылатая мразь. А куда ты несешь меня? Ах, скотина. Ау, ау, ау. Ясно, кто. Все, отдыхай давай. Давай, иди отсюда. Пошел вон. Так, давайте-ка перезаряжаемся. Ну-ка. Пошел отсюда. Тебя что ли убить надо? Или еще раз нажать? А, еще раз надо нажать. Так, музыка. Ёшкин пистолет! Блин. А, так, как делать-то, черт побери? Ау. Нет. А, ясно, так, блин. О, вроде правильно сделал. Чё хотел? Блин, их двое тут даже, а? Так, приехала что ли? О, приехала дрезинка, прыгаем. Вот это паромчик наш. Блин. Ай! Я застрял. Да что ж такое-то? Выплывай, Артемка. Это все очень плохо. Блин, надо быстрее прыгать. А так вот. Поехали назад. А куда, кстати, делась эта здоровая штукенция? Пошел вон, крылатый товарищ. Фух, мы успели даже до заката, ребят. Это круто. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Не то слово. Если есть наши, то скоро я их встречу.
Я на это очень надеюсь, что они там есть. Иначе не очень все это хорошо будет. Мы рядом с парком культуры, я так понимаю. А, нет, погодите, это на полянке. Где-то рядом с полянкой. Ладно, давайте посмотрим. О, а вот здесь уже ночь. Вот это уже плохо. Давайте заряжать как следует наш фонарик. Еще минутка осталась у нашего фильтра. Подождем немного. Вон там один ползет. На крыше был. Вот так вот. Ладно. Потиптопали. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, давайте-ка вот так возьмем. И вот сейчас поменяем наш фильтр. Кажется, он туда, где свет нужно идти. Ух. Все разрушено, к ядрине фени, а. Так. Так, погодите. Это с другой стороны, может быть. О. Ну-ка. Артём, повторяю, если ты меня слышишь, иди. Куда идти-то? Артём, если ты меня слышишь, это Анна. Мы ждём тебя. Церкви. Это хорошо. Ух ты! Чё мы тут такое нашли, а, с вами? А там кто-то есть наверху, похоже. Заметочка. Если в подземный островок затянет мясорубку грядущей войны, все это сгинет навсегда. Катание на гондолах по туннельным рекам, купальщицы и рыболовы. Вы видите удивительные бессмысленные картинные галереи и все эти дети, выросшие в темноте, но сами излучающие свет надежды. Ничего здесь не будет. Будет выгоревшая черная станция. А потом такими же станет и все метро. Ну-ка, давайте-ка включим весь свет. И, по-моему, ничего не... А, нет, погодите, вон там стало светло. Ух ты. Здесь радиация-то, похоже, ну сколько... Ух ты! А! Блин. Это страшно. Так, осталось у нас две аптечки, значит. Так, ладно. Куда нам идти-то, собственно? Куда-то туда. Блин, это все очень плохо. Все очень плохо. Так, пошел вон. Ты мне не нравишься. В принципе, по-моему, это одно и то же, что вот это и что вот это. Но вот здесь вот больше запас патронов. Хотя, может быть, конечно, ошибаюсь. Но, по-моему, это одно и то же. Может, разве что разные модификации. Так. Куда-то направо, что ли? Вон церквушка, кстати, не так уж и далеко. Ох, ёшкин! Пистолет. Блин, а. Неожиданно немножко было. Ладно, давайте тогда попробуем побыстрее пробраться. Уйди, крыса, переросток. О, еще один. Опять ты. Да что ж такое? Ай, черт. Блин, я застрял. Да что ж такое, блин. О, ах ты, зараза. Давай, тарань. Блин, ну куда ты ушел-то, а? Так,
Блин. Во, давайте вот этот огненный возьмем. Так, ушел что ли? Но нашим легче. Блин, куда-то сюда идти. А, вонище. Еще и радиация, походу. А, нет. Ну, ну что-то светится. Как мне кажется, это не совсем хорошая вещь, раз светится. Так, да, тут кто-то есть. Давай, где ты? Ну вот, ушел куда-то. Так. Туда. А, кстати, да, надо фильтр менять. Все. А то! Бегу, бегу. Ах ты ж, блин, живая еще скотина. На! Блин, черт, куда я кинул-то? Еще один! На берег пошла, ребята, поддержите! Готов! На! Твари! Беру лево! На! Третий, справа от меня! Держи! Давай, 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 дохни, дохни. На воде, плывет, туда плывет. Блин. Плывет, не пойдет. Черт, 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 черт. Давай, давай. Лови, гад. Да не пошел еще. Третий, прикрой. Еще никуда он не пошел. Держи. Во. Фух. Давай, давай, давай. Фух. Слушайте, получилось. Счастье-то какое. Никогда-то такого не было. Еле отбились. Ничего себе! Первый раз такого вижу! Не, что-то я, наверное, зря это сделал, ну ладно. Спасибо. Да ты просто супермен. Здорово, ребят! Я просто безумно рад вас видеть. Давай, секонд, там безопасно. Эй, заходи! О. Заходи! Я тебя увидел еще вон оттуда! Чуть не пристрелила! Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за ботсад. Иди нафиг. Кинула меня там. А, ну ладно, главное, мы добрались. Это самое-самое главное. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Вполне возможно. Но, я думаю, на этом мы закончим эту серию, поэтому будем прощаться. Я желаю вам удачи и пока!